Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FONDCAM. На Mitsubishi Outlander в кузове XL установили головное устройство на базе Android от компании CANBOX. И также дополнительно установили камеру заднего вида и видеорегистратор. Модель H-Line с диагональю экрана 9 дюймов. Планшет встает в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все встает аккуратно, без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем. Фактура практически идеально совпадает с фактурой штатной. Представляется кнопка аварийки. Адаптировались с подсветкой автомобиля. При переключении габаритов автоматически уменьшается яркость, включается подсветка физических клавиш. В данном случае владелец выбрал именно такой вариант. Но на данную машину у нас есть множество различных магнитол, есть полностью сенсорные варианты. Но в данном случае владелец выбрал именно такой вариант с физическими регуляторами громкости, переключения треков и также удобным физическими кнопками управления магнитолой. Например, здесь можно получить быстрый доступ к Яндекс.Навигатору, к радио, к музыкальному плееру, к меню Bluetooth, быстро выключить звук и либо выключить магнитолу. Подсветка здесь идет RGB, ее цвет можно настраивать. Ну, везде в автомобиле красная подсветка, поэтому можно также выставить красную подсветку. Также адаптировались кнопками на руле, все работает. Громкость, переключение треков, кнопка Mode переключает между всеми источниками. Данные кнопки также активны, они отвечают за поднятие телефона и сброс звонка. Единственная кнопка, которая не активна, это голосовой ассистент. К сожалению, данной магнитоле он изначально не предустановлен. Это идет как дополнительная услуга, более подробно узнавайте у менеджеров. USB порты и слот под сим-карту вывели по желанию владельца вот в этот верхний бардачок. Но также можем вывести и в любой из этих. Здесь у нас два USB порта, куда вы сможете подключить флешки с музыкой, с видео. И также слот под сим-карту для подключения к интернету. И также подключиться к интернету вы можете, раздав его с своего мобильного устройства. Камера заднего вида включается автоматически при включении задней передачи. Она широким углом обзора. 170 градусов, картинка Full HD, линии разметки настраиваемые. Управление видеорегистратором идет через специальное приложение DVR. Переходим в него и видим изображение с видеорегистратора и также все настройки по регистратору. Отсюда можно просмотреть ранее записанные материалы. В магнитоле есть все современные мультимедийные возможности, есть все преимущества Android-системы. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Google Chrome, CarLink. Это как проводное, так и беспроводное подключение Android Auto либо CarPlay. Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Кинопоиск, интернет-телевидение и множество других. Есть возможность подключить телефон по Bluetooth для прослушивания музыки либо для громкой связи. Есть эквалайзер и множество других мультимедийных возможностей. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих оснащений для вашего автомобиля. Наш менеджер обо всем расскажет и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр в Москве и Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!